Как просили, снимаю вам про машину видео. Полакокрасочным покрытием, в принципе, вопросов никаких нет вообще. Это у меня когда был град в Украине, вот такая вот получается небольшая вмятинка есть. И вот здесь вот он еле заметно. Это от града у меня. То есть сзади все нормально. Бесключевой доступ работает, то есть все закрывается, открывается. Здесь у меня камера стоит. Вот здесь, я так понимаю, какой-то удар произошел, потому что в этом месте, видите, именно расходится. То есть такие моменты есть. То есть, опять же, торх у капота никто не отменял. Сзади вот в таком плане. На бампере такая вот есть цяточка. По остальным моментам лакокрасочного вообще никакого нет вопросов. Вот. Есть это вот тоже такую, я не знаю, задертость. Имеется место быть. То есть арки все в порядке. Все чистые, никаких. Где там фокус пришел? Все чистое, никаких грязи и так далее, и тому подобное. То есть опять же это все работает, как видите. Открывается, закрывается. Зеркала. Лобовое. Панорама целая, вся функционирует без всяких вопросов. Фары тоже нет никаких коцок. На капоте имеются вот такие вот небольшие, получается, сколы. Но это, я так понимаю, из-за того, что без мухобойки мелкие камушки попадали. То есть есть такие вот маленькие, небольшие. То есть если вот они такие. В остальном же все цело, все в порядке. Противотуманки работают, функционируют. Радиатор не забит, не заломан. Все с ним нормально. Кондиционер работает. С этой стороны также все нормально, все в порядке. Все чистенько, без всяких вопросов. Колодки были поменены. С этой стороны снизу никаких моментов нету, так же самое, как и с той. То единственное, что на пластике есть этот какой-то такой, можно сказать, скол или что. Здесь вот тоже все работает, все функционирует. Так, опа. Снизу дно чистое, никаких ржавчин, никаких соплей, ничего нету, все в полном порядке, в идеале. Резина в таком вот состоянии, видите, довольно неплохая. Езжу на ней, не жалуюсь, скажем так. Сейчас вам сниму, как вы просили, приборку, там салон, если вам нужно.